Российский юморист Евгений Петросян вывел из себя западных пользователей Twitter после того, как перефразировал слова президента РФ Владимира Путина, ранее адресованную украинскому руководству, передает Царьград. По информации источника, во время выступления в рамках новогодней передачи Петросян произнес весьма неожиданный тост. Юморист пожелал России успешно достичь всех целей и прирасти новыми территориями. «Да, господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется», — сказал шоумен. Так юморист перефразировал слова российского лидера Владимира Путина, сказанные незадолго до начала специальной военной операции на Украине. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Однако, узнав о данном высказывании Петросяна, западная аудитория Twitter не очень оценила шутку. Многие сочли данный анекдот лекцией, обращенной к Западу.